В преддверии Дня народного единства в Муравленко прошла масштабная акция «Народное кино». В ней приняли участие около 500 школьников. В Доме культуры организовали бесплатный показ нескольких российских военно-исторических фильмов. Юные муравленковцы посмотрели кинокартину о восстании декабристов «Союз спасения». Также ребята увидели фильм о подвиге советского летчика Девитаева. Приближается День народного единства, государственный праздник, День воинской славы в том числе. По этому поводу мы решили организовать такую акцию, День народного кино, чтобы привлечь наших ребятишек, подрастающее поколение, для того, чтобы они посмотрели фильмы исторические, приобщились к этому празднику и посмотрели, каким образом вообще, в принципе, развивалась Российская империя и впоследствии Российская Федерация, Советский Союз, все вот эти этапы, которые проходила наша страна.